нашу палубу. Да-да, боцман, вы не ослышались. Палуба должна сиять перед прибытием в родной порт. Тщательнее, тщательнее, боцман. Хотя, вы знаете, боцман, я вижу, что от вашей работы толку мало. Прошлый ларик и так уже хорошенько своими животиками нашу палубу наполировали. Для вас есть задание, боцман, посложнее. Теперь нужно привести в порядок наших зрителей. А то что-то я не вижу улыбок. Сделайте так, боцман, чтобы наши зрители улыбались и светились хорошим настроением перед прибытием к родному берегу. Боцман Бочкин, что это вы там делаете? А ну прекращайте. Я вижу, вы отлично справились с заданием. Наши зрители уже улыбаются и уже готовы к прибытию в родные берега. Точно, боцман, забыл. Нам еще нужно вручить один пригласительный для одного человека. Самый лучший аквапарк полуострова, аквапарк «Голубой залив». И вот, боцман уже нашел того человека, который сможет посетить этот самый аквапарк. Давайте ему поаплодируем. Боцман, возвращайтесь на корабль, а мы тем временем с нашими новыми друзьями произнесем волшебный